И давайте на базу. Я уже тут одно и то же видео выкладывать не могу. Давайте там крыльями помашите сильнее или там на одной ноге поскочите. Зрители ждут жаркий, яркий контент. Давай, давай, давай. Где там ваши братья? Поднимаемся. Быстренько к яйцам. Давайте, вот так. Давайте, давайте. Поднимаемся. Вот я уже вчера говорил, что лентами оградят пеликаньи яйца, чтоб люди не подходили. Вот у нас уже первые посетители сегодняшнего дня. Зоопарк работает, зоопарк открылся. Так, я не буду вам мешать, пока вы снимаете. Вам понравилось? Да, очень. Спасибо большое. Пожалуйста, приходите еще. Спасибо. Так, давайте, друзья, на базу. На базу. Полетели. Полетели все. Высиживаем яйца, ждем потомства. Чик-чик-чик-чик. Давайте, поднимаемся. Все, и вот пеликанчики строим дружно. Пошли к себе на базу. Лентами ограждено, я пока следовать за ними не буду. Пойдем мы к нашему гибончику Гоше. Гошенька. Гоша. Гоша, иди сюда. Иди сюда. Вот он наш попрыгунчик Гоша. Очень резвый. Гоша, я тебе сегодня бублик принес. Иди сюда. Куда же ты идешь? Иди ко мне, Гошенька. Вот он, малыш. Давай, это бублик. Все, и улетел. Улетел наш Гоша. Да, не ломай решетки. Да, тебе тоже дать бублик. Да, я сегодня пришел в зоопарк с дочкой, и она тоже любит бублики. Да. Вот, а где же Гошенька оставил свой бублик? Где же Гоша оставил бублик? Гоша? Пока. Все, Гошенька уходит. Мы продолжаем дальше свой поход. Пока, Гошка. Вот еще одни посетители, которые тоже нас посетили. Вам понравился зоопарк сегодня? Да. Отвечайте, вам понравилось? Да. Да. Мама, вам понравился зоопарк? Очень. А вот наши маленькие детки. Львятки и тигрятки. Амадея уже увели. А наши львята и тигрята вот лежат, отдыхают. Как видите, везде стерильная чистота. В зоопарке чисто всегда. Вот встретил снова наших пеликанов, которые важно прогуливаются по дорожкам зоопарка.
Пеликаны сегодня тоже очень рады тому, что все-таки зоопарк открылся. Что можно приставать к посетителям и требовать у них рыбу. Все животные зоопарка счастливы. Ура, мы снова работаем, вот капуцины. У меня еще есть пара бубликов. И вот есть пара счастливчиков. Вот так. Первый. Нет, ты уже съел. Больше он никому не дает взять бублик, поэтому он единственный счастливчик в этом вольере. Джим! Джим! Джимуля, ты где? Джим, я иду к тебе. О, тут все девчонки. Маня, Лёля, Тоня. Джим, залазь. Джим, у меня есть бублики. Джим забрался. Джим, держи. Подарок. Да, подарки сегодня принимает Маня. Вот я покажу. Я ей отправляю в кормушку бублики. Тоня, а ты что меня не приветствуешь сегодня? Тонечка. Так, бублики нашим шимпанзе сегодня не заходят. Да. Тонечка. А, язык показывает. Тонечка. Ай, Тоня, покажи язык, Тонька. Вот она и трубочку умеет крутить из языка. Тоня, покажи язык. Покажи, покажи, красавица. Тоня. Бублик хочешь, Тонь? Тонечка. Вон Джим встал во весь рост. Так, я вас прошу не шуметь. Я сегодня с ребенком. Да. Тоня, покажи язык. Так. Шимпанзе тоже сегодня получили массу удовольствия. О, Тонечка, Тоня. Ты одумалась? Вот. Тоня тоже получила свой бублик. Джим. Джим, мальчик, будешь бублик? Бублик будешь? Красавец. Мой хороший. Я же к тебе всегда прихожу с чем-то. Никогда не прохожу мимо, если я рядом. Джим, держи. Джим. Джим, держи. Джим. Джим. Держи. Джим. На, Джим. 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 Да, первый день после длительного периода, когда у нас не было посетителей. Обезьяны, конечно, уже устали. Лёлька. Лёля тоже ждет. Лёля, на, Лёля. Вот печенька упала. И Лёля его успешно заберет. Идем дальше.